Около 3 часов ночи на Фонтанской дороге раздалось несколько взрывов. Первыми очевидцами случившегося стали жители соседних домов. Подорвали машину. Или подорвали, или подожгли машину, не знаю. Со слов тут людей, которые находятся, я туда ближе подойти не могу, говорят, что это джип какой-то, или Субару, или Мерседес. Было несколько взрывов, один посильнее, другие послабее. Очень быстро приехала пожарная, просто мгновенно буквально, не знаю, там через минут 10 уже они здесь были. Сейчас, как видите, по этой дороге проехать нельзя. Здесь стоит милицейская машина. В 3:04 спасатели пожар локализовали, а через 6 минут ликвидировали на общей площади 10 квадратных метров. В результате возгорания были повреждены салоны, моторные и багажные отсеки автомобилей. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы основной пожарной техники. Причина пожара и ущерб устанавливаются, сообщили в ГСЧС. Причины возгорания выясняют правоохранители.